Так, ребят, всем привет. Приехал на поле, где мы пасем коров на пастбище. Ну, своим тартарком. Барана у меня дисковая, китайская. Ширина 1,5. С каждой батареи снят один диск. То есть вот тут еще, по-моему, диск должен быть. И с той стороны один диск. Я убрал, так как трактору хватает ширины захвата колеи. И чтобы трактору немного полегче было. Вроде все настроил, выровнял. Вчера попробовал. Так, товарищи, работаем. Разрабатываем поле под пастбище. В работе дисковая барана. Вот такая красотка. И тракторок без водителя. Ну, автопилот сейчас все по GPS работает, ребят. Только координаты задал, он едет. Вот, собственно, такой кусок пастбища. Продисковали осенью. Дискуем весной. Скоро посадка, но единственное, что мне не нравится, что технология, наверное, нарушена. Но надо было, наверное, после дисковки все равно пахать. Такая ситуация, видите, не земля, а просто дерн, куски сорняков с корнями и вот такие. Ну, глубоко, не глубоко. Не, ну почему? Хорошо, вот смотрите. Ну, сантиметров 10 точно есть. В принципе, земля-то есть, как бы. Вот единственное, что меня вот это беспокоит, что вот с этим делать совсем, потому что все в этих катушках, так скажем. Так, очередной раз застрял. Смотрите, какая ситуация. Видите, уперлась в кабину, выше не могу поднять, а тут она заглублена, вон, читай, по раму. Трактор стоит на дыбах вот так. В общем, не хватает этому трактору вот высоты этого поднятия. То ли крепление еще ниже переносить. Потому что и так вот перенесли крепление. Они были вот здесь, так бы она вообще не поднимала. Перенесли ниже, но есть еще ощущение, что надо еще что-нибудь чуть-чуть пониже опустить. Чтобы можно было повыше поднимать. Иначе вот как только в ямку падаю, так сразу сам закапываюсь, барана как якорь. Ну какой трактор красавец, да? Деревенское такси, это за мной, пацаны. Джон Дир, ёшкин кот. Комфортно. Блин, мне траву надо посадить просто срочную. Понимаешь, если я поздно посажу, потом, блин, какая-то корова, нечего будет кушать. Поэтому решил пораньше. Я уже все обработал, то, что мне нужно. Мне осталось там просто канава такая осталась, жесткая, после трактористов. И это... это смесь для пастбищную, для коров. Там Тимофеевка, клевер, еще там целый набор. Но я купил, не знаю, вот. Буду пробовать. У меня просто поле хреновое, один мох растет, не растет трава нормальная, понял? Уже там 8 лет коровы ходят. Блин, как он мягко едет, как комфортно внутри. Блин, у меня орёт, туши закладывает. Тут кайф. Так, едем, пацаны. Едем. Немножко застрял. Бывает. Бывает. Немного вот здесь вот призастрял. Зато меня вот вытащили по-братски. Кайф. Так, ребят, с пастбищем на сегодня день закончен. Вот так все получилось культурно. Небольшой кусочек. Ждем. Пару дней будем сажать. Сейчас еду на деревенские огороды под картошку. Тоже буду дисковать. Покажу вам поближе, как дисковая барана работает.
Так, следующий день. Вчера еще под вечер вывез прицеп навоза на наш огород совместный с соседями, где будем сажать картошку, капусту. В общем, все овощи, все подорожало, поэтому надо выращивать свое, если земля есть. Вот что после дисковки у нас получилось. Земля вообще, по сути, классная. Сейчас сорнячки немножко убьем солнцем, раскидаем навоз и запашем это все глубоко. Работаю с грузами, на задних колесах еще не снимал. В принципе, ребят, едет, я не скажу, что мощность прям сильно потерялась, но проходимость, ну, явно улучшилась. Ну вот, поэтому пока их не снимаю, вот, хочу два корпуса подцепить плуг и перепахать тут как раз грузами, посмотреть, потянет ли он, потому что до этого два корпуса он плохо тянул. Ну, помните, что 3 года я, можно сказать, его прыгаю, насилую, и сенокос, и вспашки, и огород, ну, что только мы на нем не делаем. Ну, ребята, вот за эти 3 года я в этом году поменял муфту, единственное, что резиновая муфта, которая вот здесь вся разорвалась у меня. Ну, что, все разобрал, располовинил трактор и поставил новую муфту, собственно. Так, значит, вот раздвинули трактор, вытащили соединительную муфту в таком вот она состоянии плачевном. Ну, если вспомнить, сколько трактор я эксплуатирую, то есть 3 сезона, я даже сказал не 3 сезона, а 3 года. Дополнительно в новой муфте поставил, ну, сделал такие втулки. Нашел втулки, надеюсь, может прослужить подольше. Ну, в общем, ребят, начинаем раскидывать навоз. Сейчас, видимо, сегодня будем 1-2 прицепа точно раскидаем. Я в Агаповку ездил, здесь я вырос и рос. Все здесь с детства знакомо, утки, трактор, навоз. Есть у мамки корова, ее Нюркой зовут. А еще у нас куры, их никак не зовут. Так, этот же день, вечер, напоминаю, 7 мая сегодня. В прошлом году мы, когда клевер, поле сажали, смогли выехать и посеять только 25 мая. То есть в этом году начинаем немного пораньше. Так, начинаем сегодня сеять. Ну, как вы уже видели в предыдущих роликах, Мосагрогрупп у меня. Семечки, культурное пастбище, травосмесь и овес. Да, подсчитали сейчас площадь, конечно, удивились, думали немножко побольше, но получилось у нас 0,5 га. Так, инструкция. После посева семена нужно закрыть от птиц. Для этого землю слегка разрыхляют граблями. Зубовая барана уже есть, до посева мы уже прошлись. После рыхления нужно примять землю для того, чтобы семена вдавились в почву. Для этого у нас уже каток на краю поля лежит. Оптимальная глубина посева 1 сантиметр. Ладно, все, начинаем. Так, ну что, посев завершен, посеял довольно-таки классно, по-моему, лучше, чем немецкая пневматическая сеялка. Ладно, сейчас завожу тракторок и граблями пробежимся, закреплю вас сейчас на кабине. Конечно, барана вся кривая, но какой-то эффект создает, явно. Феликс пришел, да? Филимон. Так, ребят, ну что, скинул бороны зубовые и садовый каток. Ну, пока еще не сделал нормальный из газовых баллонов. Будет вот такой тут как бы и еще колесо как бы трамбует. Ну, в общем, сейчас покатаемся. В прошлом году этот трюк прошел. Ну, ура. Промежуточный результат. Вот это вот уже утрамбовано катком,
А это еще предстоит утрамбовать. Ну, разница видна плюс-минус. Здесь почва уже стала плотной. А здесь еще вся рыхлая и более пушистая, крупная. В общем, каток работает. Все хорошо. Продолжаем. Так, вечер. Все вроде натрамбовал как мог. Ну, получилось, как я всегда говорю, идеально. Да нет, ребят, серьезно, нормально получилось. Все притрамбовал колесами и катком. Все сложил, все свои пожитки. То есть рассчитан был мешок на 0,7 гектар. Мы его посадили на 0,5 гектар. Ну, я считаю, нормально с таким посевом ручным. Ладно, ребят, все, я домой. Завтра обещают дождь. Так что было бы очень кстати. Поэтому мы начали сегодня сажать. Все, ребят, всем привет. Хорошие новости, ребят. Вчера пастбище посадил. И вот сегодня уже дождь льет. Начинает. Ну, тучи все, небо серое. Так что прям посадили вовремя все. Санька молодец. Дай на небе тучи, а тучи как люди. Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще, поменьше работать.